Вниманию жителей! В четверг, 21 сентября 2017 года с 10 до 15 часов в связи с техническими работами путепроводная развязка будет перекрыта. Водителей просят набраться терпения. Продолжаем. В бизнес-центре проходит обучающая программа в рамках проекта «Ты предприниматель». Молодые бизнесмены Междуреченска пообщались с экспертом из Барнаула. Прежде чем попасть на мастер-класс, участники прошли конкурсный отбор. На первом этапе заполнили анкету и прошли тест. После предстояла экспертная сессия. Молодые люди рассказывали свои бизнес-идеи, их оценивало жюри. В этом жюри присутствовали представители предпринимательского сообщества. Все, кто успешно прошел этапы, смог пообщаться с действующим предпринимателем и бизнес-тренером Денисом Матисом. Он рассказал участникам, с чего начать бизнес, как проанализировать идею, спрос и про малобюджетный маркетинг. Эксперт отмечает, не обязательно иметь миллионы, чтобы начать свое дело. Что нужны не деньги, а нужны ресурсы, и что большую часть ресурсов можно привлечь со стороны и разными способами, в том числе и помещение можно получить в аренду без денег вообще.